Никита, перед каждым праздником я тебе задаю один и тот же вопрос. Что ты мне подаришь? Вот сейчас 8 марта, поэтому я хочу знать, что ты мне подаришь на 8 марта. Ну, ты знаешь, я вот как-то готовился к 8 марта. Не могу сказать, что прямо именно к выбору твоего подарка, но я недавно прочитал новости, увидел фотографию. Китаец решил сделать довольно интересный и, на самом деле, простой шаг. Вместо букета цветов он подарил, да, это очень известная история. Он подарил букет из денег. Я предлагаю нашим зрителям сейчас посмотреть на эту фотографию. Такая интересная находка. Вот я читала, что многие девушки не оценили такой подарок и сказали, что, ну, что это такое? Я хотела вот цветы, а деньги — это как-то... За кого он меня вообще принимает? Ну, давай узнаем, что все-таки думают гродненские мужчины, девушки и женщины, и мальчики, может быть, которые своим девчонкам дарят подарки. Оценили бы они такой подарок, и что они собираются подарить? В эфире «Просто утро», наша любимая рубрика «Алена, не спрашивай». Расскажите, как будете поздравлять с праздником женщин? Как поздравлять? Ну, я вообще из многодетной семьи, вот, и у меня мама, так сказать, женщина с большой буквы, поэтому я каждый год поздравляю, у меня и сестер много, и родных, и двоюродных, поэтому, ну, как обычно, как позволяют средства, обязательно какие-то, то есть подарки, поздравления придумываю, то есть обязательно всех обзваниваю, своих знакомых, родственников. Как и всегда, открытки, подарки. Да, пока не зарабатываешь, так что приходится что-то самим делать, своими руками. Думаю, цветы. Вот, по стандарту, скажем так. Что, как вы будете поздравлять с праздником женщин? Вот, ну, это вообще-то такой более-менее интимный вопрос. Поэтому, ну, цветы обязательно. Какие-то подарки. Украшения, цветы, естественно, конфеты. Ну, что-нибудь особенное, наверное, сделаю. Ну, своих женщин по-любому будем поздравлять как-нибудь. Ну, еще не придумали? Нет, еще не придумал, но что-то явно, что-то надо придумать. Ой, я уезжаю. Не будете поздравлять? Нет, я в Польшу уезжаю. Сделаю открытку и куплю цветок. Как? Так же, как женщина с 23-м. Шампунь, носки.